и так далее, и так смотришь, у тебя 100к осталось, ты такой, эй. 100к, да? Ага, было 300, и ты такой, эй, надо завязывать для гильдии фармить уже. Сколько было, не понял? 300 было. А шутки еще смешные про 300? Наверное. Но и надо было шутить сразу. Если точно было 314. Эх. А сколько максимум можно делать? Вообще, сколько угодно. Но на персонаже 214-646 примерно. Где китами? Нихуя, у тебя примерно какая цифра интересная. Ну, у меня просто больше не бралось. Я не мог взять, как бы, разделить почту, как бы, типа, дайте мне 50 голды, я посмотрю, сколько. Ну, понимаешь? Я надеюсь, у нас в рейде будет Unholy ДК. Сосай, кудасай. Надеюсь. Я понял. Короче, ходим, блин, в это в 4 шп, в 4-5 шп и ни одного анхолика. Пиздечоп со ногами, чтобы он сделал, блядь, пёк. Да я не знаю, блин, сделать свои обоссанные спеки, дают там, блин, 12к потолок, господи. Нет бы анхолика сделать, бафать там что-то. Сделайте микстурку анхолика. Так у микстурка него есть, там. Атачить то будет. У нас есть два танка. Тут же два танка нужно. Да. Ну, вот. Дело, что хуй знает, сколько тут танков надо. В идеале, тут бы три танка, чтобы РДшники не отвлекались, но два тоже подойдет. Не МК. Еще скажи, что у нас демона не будет, то я вообще, блин, расстроюсь. А что, Хант не ливнул, что ли? Нет. Хорош, да? Хорош, согласись. Я просто с ним поговорил, сказал, что к чему, и он такой, пацаны, говорит, я с вами, короче, остаюсь, вы, короче, говорит, заебись. А тупые пёзды идут лесом, вот, ну. Не, ну просто когда она своего друга обосрала как раз в лейду, меня это тоже заинтересовало, блядь. Царь, ты поговорил? Да. И у тебя получилось? Да. Я удивлен. Я сам в шоке был, короче. Во славу царя. Нам нужна китами или нам нужен Муса? Один из двух. Сейчас, блядь, я вас полчаса буду учить, как этот мячик ловить. Будете ко мне каждый подходить. Там, по-моему, пишет, это какая-то сфера на мне, типа, да, там он уже пишет белыми буквами, да? Я сейчас буду проверять реакцию, вот. Все, я уже для этого подготовился. Мне кажется, проще макрос сделать. Или нет? Вроде надо просто знать, как это говно называется. Сейчас. Порченная магма, да? Сейчас попробую. Вроде бы. Порченная магма. Надо написать slash use порченная магма, если я не ошибаюсь. Да. Я просто напишу этот макрос и скину всем, и все его поставят на удобную кнопку и не будут дураками. Я без кнопки могу нажать букву Б, блять, выбрать первый слот и перекинуть в ближайшего человека за секунду, блять. Не, чувак, согласись, блять, это будет просто проще для них. Ну, тех, у кого не может это сделать, им да, им возможно это поможет. Ебать, а что у него на буху Б открывается? Нихуя себе. Да, но если аддон не стоит, то
ГГ. Значит, в общалку скинул макрос. Кто его, блядь, не сделает себе, тот пидор. Быстренько. И ставим на удобную кнопку. Хоть мышкой тыкать и хоть кнопкой, похуй. Главное, чтобы вы тыкнули. Это проще, чем сумку открывать там, нахуй. А то у вас в сумке говно какое-то лежит, и вы не увидите еще, что тыкать надо, блядь. А еще проще, можно просто с первого слота в сумке все вытянуть в другие слоты, и она тебе будет в первый слот падать. Уху! Блять. Так один хуй сумку-то открывать. Мастер Мосса, подойдите, мастер и Войд, подойдите сюда. Мосса еще не чувствует. Войд, я понимаю, что это очень лень делать, открыть целую сумку, блять, это пиздец как лень. Как они скиллы нажимают. Что им не лень, я не знаю. Если сумку открыть, это пиздец какой-то для них. Они мышкой тыкают, на. А этот, все будут... Серьезно? Чтобы мышку... Открыть сумку они тыкают мышкой? Да. Смотри, есть пробиндина на Б что-то, то в принципе это логично. Я тыкаю на сумку мышкой. Shift B. Все сумки открываются нормально. Ну и потом вообще нужную сумку. Мосса тут. Войд и мастер, подойдите нихуя, сюда, пожалуйста. Ты хочешь нас тоже учить с мастером? Я сейчас на вас покажу, чтобы все видели остальные, что это, как оно выглядит. Давай. Ну давай, показывай. Встаньте, как полезники в ряд немного, так чтобы мы могли перекидывать. Так. Смотрите, убиваю я зеленого. Не были настройки? Появляется у меня вот эта вот магма, да? Смотрите, как это выглядит. Выбирается мастер, в него кидается. Мастер стоит, двигаться не может. Кидает следующего. Кидай Войда. Отлично. Вот так дальше подбегает кто-то к колонне, кидается в этого человека и активируется колонна. Все. Тяжелого ничего нету. Вот Малик подошел. И так же само к колонне подходится и все. Это похоже на школьную эстафету с деревянной палочкой такой. Это вот понятие, не знаю. Давайте я могу сейчас каждого не, просто, если хотите. Нет, это так, настройки кирпичами. Это настройки кирпичами так кидают. Ты откуда знаешь? Бо знаю. Алло. Да не прочь, Локу, если вы будете это все быстро делать, нам не нужен ни Лок, никто. Сука, я вам сейчас покажу Локу, сука. Вы там что спорите, как это переносить частицу? Да. Спорим, какой ну, билд. Блин. Сделать новое. Алиса, пойди сделай спек анхолика. Зачем? Не, на самом деле удобнее всего Локу и скриптиши. А в два лока вообще зашибись. Два порта. Так тебе танк, а это просто лянка. Пока лок добежит с луны до печеньки, блять, они уже до генератора донесут, блять. Понимаешь, царь? Ждать локов это пиздец, сколько времени. Так, в смысле с луны до печеньки? Вот, будет локи на луне вдвоем стоять, и выйдет на печеньки зеленая хуйня, и локом сбежать на печеньку очень быстро. Так, ребята, они пока ребята, бегут, ребята. Другие ребята должны будут ничего заливать его, успеть залить. Нет, вы просто и все, говорите, они должны успеть. Давайте, и все будет нормально. Что-то кто-то пробудил на зацарев, не было этого слышно. Кто заварил, кого подкрутить смотри, просто? Слушай, смотри, но, лолон. Я тебе объясню, смотри. Один лок ставит портал к этой херне, другой лок идет туда, где, короче, зеленый. Даже не обязательно лок, можно любого другого. Лок подходит к краю, вот, к нему кидают, он нажимает портал и у этой херни нажимает ее. В смысле шляпа, блять, Маликет, я убивал этого, сука, босса до того, как это стало мейнстримом на X2. Царь, это он убивается как угодно. Главное, чтобы вы просто эту херню сняли. Я просто предлагаю, как легче. Там, смотрите сами, как вам легче. Главное, чтобы нас прохиливали и убивали, блядь, ебаный трэш, который нас в прошлый раз и вайпнул.
С мечом, ой, с мечом, с каким, блядь, говном вот этим, которое с элементалей падает, проблем, по-моему, тогда не было. Трэш, ну, по крайней мере, с тем, что убивал я и Медвей. Мы перекидывали это говно легко. 300 к вам хватит любой ДДшник. Сколько танков? Два танка будет. Кто? Ты с сомалийским? О, боже. Это было бы в идеале. Да, давай так, все. Алиса, спекай с Иванхолика. Чего? Сомалийский Иванхолик? Алиса в Иванхолика. Сомалийский стал Алиса, я тебя понял. Не слышу. Сейчас заметку поменяю. Алиса, сомалийский там. Ч-ч-ч-ч-ч. Кто релит? В разработке еще. Ба-ба-ба-ба-ба, миксовка. Карта большая. И релити, и вот эти вот магмы. Я вам буду говорить, заливать долгоногов и т.д. т.п. Так же по группам, как и прошлые двое? Нет. По группам распределяйтесь примерно плюс-минус, чтобы убить зеленого и перебрасывать этот мячик. А РДДшники, я сейчас сразу говорю, это будет царь, это будет сомалийский, это будет... О, фу, сомалийский. Сомервилл, Турбо, Костель и еще один давайте какой-то. Виби. Там нас хватит вполне, чтобы залить Райдера. Быстрее убьете, царь лучше будет. Потому что я его и долго водить не смогу. Раз в минуту. Нам это время... Еще раз маг-волшебник кидает. Еще раз надо каждую колонну зарядить или что? Да. Да. Они по очереди 4 будут? 4 колонны. Это по очереди надо будет, да, делать? Да. Там только по одному будете кидать. С каждого моба. Моб выходит раз в минуту или раз в 15. Раз в минуту 15, я не помню. Когда, подсчет будет по ДБМ до этого моба. Когда, я понял, когда магма приземляется, ты двигаться не можешь, только можешь скинуть ее на другого человека, да? Да. Мы просто мы змейкой подбегаем каждой колонии по очереди и юзаем ее. Поэтому это кидается на лок. Лок должен подбегать к той точке, где зеленый, снизу будет, должен... Ладно, похоже, что ты одно лишнее действие сделаешь, ничего страшного. А если лока нет? Бежать на другую сторону, это тоже долго. Причем, я вам объясняю еще раз. Лок не должен внизу, он должен просто подойти к нему, пулит эту зеленую хуйню, он юзает портал к этой херне, к столбу и открывает. Это передается за 2 секунды, если придрочиться. Дело-то не в локе или в чем-то другом. Надо убивать вас, Локи, вас просто просят поставить свой ебучий портал возле генератора. Все, больше ничего вас не просят. Да поставим, чё? Ну, просто поставь свой ебучий портал возле генератора. Больше ничего это не надо. Это сложно, а если локов не будет? Я могу портал в Даларан поставить. Сомалийский. Смотри, босса будем держать в центре. На второй фазе мои длинные будут. Твои будут, которые рассекающие вот эти выходят. Мы их только что убивали. Наги. Окей. Угу. А где держать? Два больших. И держи их, не знаю, где-нибудь. Ближе к ромбику хочешь, держи. Вы миликов назначили, которые будут? Войд, мастер и... Пан. И пан. Давайте, три вора будут заливать. Не. Смотри, Войд, легче всего, вот видишь... Где выступ такой вот, камень как бы на платформу упал. Вот между, короче, звездочкой и этим месяцем. Видишь, тут такой вот выступ на платформу упал? Я бегу нет, к ним. Нет. Вот видишь, туда он бежит. Вот, короче, у этой херни танчило танк этих мобов. Отворачивает. Да-да-да, вот здесь. Нет, они не откидывают, а просто так его и хилы достают, и он близко стоит к рейду. И иной раз нет, да нет, РДДшники в них могут свечиться, которые страйдера бьют, пока его нету.
На миникарте тыкайте тоже. И вот, пожалуйста, вот так вот и веду. Ну, он по кругу должен их водить вот, вот между этими. Вот так и веду. Чернюшками. Там 4 РДД вполне хватит. Остальные, чтобы стояли на этих, на мелких элементалях, потому что... Ну, вот, вот смотри... Я, Турбо и этот Костель вполне. И Сомером. Просто проблема в том, что когда вот эти вот водяные выходят, их можно могут не успеть слить до того, как они подойдут к Вайше. Или, по-моему, к этому к столбу. Если они подойдут, то урон у Вайши от молнии увеличится на 25%. И вот это будет очень жестко. Как бы. Их желательно не просирать. Просто 2-3 моба, и это уже будет ваншот по человеку проходить. Я просто не знаю, сколько здесь выходит. На X10 выходило 8 мобов, и назначали 8 ДДшников, РДДшников, которые заливали их, стояли. Вот. Можно я еще скажу? Локи, а вы не слышали меня? Поставьте возле генератора портал. И приоритет, и приоритет. Уже сейчас можно ставить. И приоритет, ну, кому вы кидаете сферу, вы кидаете сферу эту, Локу. Лок моментально от края вот этой платформы к генератору тпшится и ставит сразу сам. То есть ему не надо будет перекидывать еще куда-то эту сферу. Он сам ее поставит, если вы ее ему передадите. Но для этого Лок должен поставить возле генератора свой ебучий портал. Один возле одного, там левого, а другой возле, допустим, я не знаю, там правого, печеньки. Без разницы. Сам главное, чтобы не в одну... еще куда моб пойдет, от какой стороны. Да это не важно, просто если Лок сможет среагировать, то он просто подойдет и ему передадут. Все. Просто вы знаете, то, что у нас есть два Лока, это Виби и Казум, и вы можете им передавать эту сферу, и они быстрее всех ее донесут. То есть вот... Ну так ты Локом скидай по патам. РДДшники, третья фаза. Для вас приоритет скаты сливать. То есть никакой босс над боссом, вверху скаты летают. Сливайте скатов первых. Как говорил мой бывший РЛ, нажимайте Escape и выходите с...
Кого вы будете травить, если пан он лежит мертвый в траве, в воде? Так ресует, он не встает. Так его реснули, он не встает. ГП. Он подкинул тело. Нахуй было дохнуть от бешенок. Наркоман. В воде. Он за мной просто этот привязался, его воду за. Нет. ДД хоть раз дайте туда. Все есть. Все нет, похую. А что с Макосом делать? Удалите. Ну, мне тут пишут. Пишешь слэш таргет виби. Короче, если ты слишком слоупок и не можешь, короче, нажать кнопочку КБ, взять таргет и на левую кнопку мыши, то пиши Макос. Нахуй задерживать всех. Ну, во-первых, царь пока уфнулся. Во-вторых, блять, пан пошел и сдох от рыбы ебаных. Он не сдох, я его завел. Нахуй стоять АФК, если ты, блять, сколько мы тут бегали. Один раз мы здесь были. Ну, а вибер и снимки, не? Ресаю. Царь на месте. Пан вроде тоже. Да. Ребафните, вон кастель поставил рыбу, идите жрите рыбу. Да. Это Геру можно, в принципе, с полу давать, потому что она за фазу откатит. Ну, за этот трай, за наш, по-любому, потому что, мне кажется, одного, двух, а то и трех зеленых мы проебем. Корней. В центр ее перевели просто.
Элементаль 45 секунд, смотрите. Гвардейцы 35, странник минута, меньше. Шесть лемов. Пэтов от босса. ДК пэта забери, Алиса. Гвардеец. Зеленый возле печеньки. Возле печеньки. Страйдер 5 секунд. Бери, бери, бросай мне. Лок рядом, лок рядом. Лок укиньте. Шреддер, Виби кидай. Странник. Отходим от странника. Так не ну, было ее. Лут поменять надо. Ах ты красавчик, блядь. Никто не может взять. Лут смени. Виби лови. Все, поставил. Зеленый там же, в том же месте. Профил. Профил ханта, блядь. Хант, отходи. Не успели. Никто не пришел, блядь. Там зеленый, блядь, в том же месте сказано было. Странник, 2 секунды. От странника отходим. А вот почему там стали, потому что они там гвардейцы выходят, точно. А, везде. Зеленый ромбик. Ромбик. Ромбик зеленый. Можно мне отдать, я около другого поставил порт. И Винар упала, потом от страйдера, наверное. Давай, давай, Локу. Локу кидайте, у кого? Кассель кидай. Ханту кинули. Блять, мне киньте, дури. Бычи головы. Кассель кидай. Да она Страйдер уже активирована, Костель, не надо. Другую кидаем. Мне кинь просто и все. Ману кинул. У тебя гуляет. Зеленый на... Зеленый, сука, закройте ебальники. Зеленый на звезде. Можно ложить. У нас минус шаман, минус я. На текстурах Страйдер, я ничего не могу сделать. Все, не успели зеленого. Бутылки давай на ДД. Все съебались со звезды, никто не бьет элементалей. Да все нормально, мы очень быстро даже открыли. Вы одного просрали, это ничего такого, как страйдера. Алиса сдохла от страйдера, царь сдох от гвардейцев. Они... Да, гвардейцы. Пойми, куда эту херню? То приступлен. Я сказал, мне кидайте, я буду порты ставить куда надо. Все. Домных. Да. Гвардеец вот выходит, где я и сказал. Первый раз страйдер вышел с луны. Второй раз он вышел с треугольника. Больше страйдеров не было. Да потому что Алиса дурочка, она, блин, взяла и доты развесила на страйдера. Он подошел, я ее убил, блин. Вот и все. 4к урона у нее по страйдеру нанесено. Просто нехер бить, блин, не своих мобов. А на меня сагрился, потому что отхил у меня идет от дот. Я покину тебя.
Она умерла от дебафа нечистая, который кидает. Ну, короче, нечистый дебаф. Вот диспелить можно. Но я не мог, потому что я не знал, где она. Она внизу бегала. Под, ну, у воды. А я сверху был, вот и все. И гвардеец. Ну, я вот так уже один раз проебал, но теперь я знаю, где выходят они из суда. Это сомалийский, ты чуть-чуть ближе к центру встань, и они там чуть ближе. Вот и тогда вообще будет все замечательно. И еще Хе Брейди вытащили бар локов, меня и Казумы. И с этой фигней просто в нас пытаетесь кинуть. Все. Да не видят они. Это ты не понял, чтобы быстро найти и в таргет взять. Микстурка, что? Смотри, слишком близко вводишь их к этим, к милишникам. Да я могу и в центре вводить, вообще возле босса, да, но вот, там он выйдет-то. Смотри, понимаешь, я не могу там такого кидать. Вот видишь, вот смотри, видишь, как по какой траектории бегу, вот по такой же траектории ты их вводишь. Блин. Все, вопросов нет. Тут. Где каски по воде? Там царь вроде что-то ему звонят, слышишь? Сейчас дам тебе маску. Ты... Даю, не было одного. Кинь еще раз, Рчи, там царь отошел, по-моему. Да, кинь, Рчи. Че здесь? Отчет, точнее. Тут. Да. Дайте на пул, потому что я свой проебал. Благодаря, блять, некоторым. Да не заберут. Сомалийский будет шатануть, если что. Ну что, проверим. Собираем. Станет вот от танки, потому и забирают ее. Я в корне. Диспельте, нет кошек. Не да, блять, корни. Я про корни. Изуха не диспелится. Да это-то я знаю. Я про корни просил. Окей.
Да. Не забываем элементали этих убивать, чтобы они не доходили. Зеленый 25 секунд. Он раньше выходит. Гвардеец 10 секунд. Зеленая звезда. Не, они из разных мест выходят. По часу он отсюда вышел. Нет, они примерно из той точки, если выходят. Минус один. Где? Вот здесь вот стой. Вот кидай козу. Козу мы кидайте. Гвардейц далеко появился, там он там не достал. Тусы. Страйдер треугольник. Хороший. Но он потек. Я его не могу забрать. Пану закинули. Царёв некий. Сейчас текстуры, да? Костель. А этот... Зелёный между звездой и кругом. Ребята, отойди. Кидай в квадрат. Шрайдер кидай. Шрайдер трусы. От странника отходим, сразу отходим. Просто думаем. Потом на другой ставь форт. Гвардеец. Зеленый круг. Зеленый круг. Печенька по-вашему. Страйдер, отходите, он теряет. Черналок. На крест. Мы его смысл за 10 кидай секунд. Кружку. Да на крест кидай, я лог. Лог. Логи. Квадрат кидай. Звезда. Блять, или элементали вообще кто-то бьет? Должен. Я уже. Все, последний остался. Гвардеец, 3 секунды. Страйдер, 5 секунд. Гвардеец. Страйдер, говорите, где? Страйдер на звездочке круге. Зелень, звезда. Ромб, ромб. Зелень, звезда. Повторяю. Блять, я не добегу. Да все, успокойтесь, не зацикливайтесь, вы так не видите. Да, можно не спешить. Страйдера, страйдера убиваем, то тогда... За лупу он исчез. Мы не успели. Ну и ладно. Можно гимн на ману? Да. Гвардеец сейчас. В центре. Гвардеец в центре. Люду сейчас. Зеленый между звездой и кругом. Сейчас Страйдер еще вылезет. Сомалийский, если что, готовься к боссу. Все, возьмите сферу и... Страйдер трусы. Элементаля, помогите. Убили. Страйдера забираю. В квадрат кидайте. Через козу мы сейчас. Виби кидай. Или кому-нибудь. Я стою тут. Просто кидай, стоит возле кидай, этого. Крест кидай.
Сняли. Подождите, не активируйте. Блин. Рано, надо страйдера убить. Страйдера убивайте. Босса, забери с меня, я оглушен. Скатов заливаем, РДД. Скатов льем, чтобы зеленка не разливалась. Давайте, давайте, давайте. Босса по кругу. Служи, выходим моментально. Корни. Босса, поднимай и захвати его. Просто РДД трэш в воздухе летает, и не бить. Выключите нахуй. И служи, выбирай. Скатов бейте, скатов бейте. Великий босс, РДД твой скатом. Милики лучше. Хуже милик, блять, корни. Дал прожим. Она прокидывается нормально. Может, если сам я сходи там. Порогом каску. На ману спойте. Да какой дебил выход звука стоит. Пою. Мили. Это вся фаза босса, да, не просите. Берсы нет, да? Не знаю. А сейчас это стать на зарядцами. Главное споры вот этих скатов заливайте РДДшники. Просто вроде много скатов будет появляться потом. Зеленки, служи выше. Ну, кто-нибудь на ману. Тамалийский, да. Забери, я встану, забери. Шансунг, отойдите. Да. Мили, мили. Подходим, милики. Подходим. Скаты разливают эту лужу, быстрее их заливайте, ребята. Скаты появляются, да. Забирай. Гера, сколько там еще? 25 секунд. Устали. Лучше придержать. Давай идти сразу тут. Не-не-не-не-не-не. Чулан. По тактике лучше бить будет. Засрется все лужами. Геру на скатах нормально, сейчас только откатится. Давай. Могу за там. Не могу, ты видишь. Я оглушен, оглушен, оглушен. Придумали, сука, диминишн генотаун, блять. Беби, отойди чуть-чуть, я не могу убить босса. Нормально. Милики, лужа, отошли. Беби. На мне, отойдите от меня. Гера. Да, почему нет? Давай, да, быстрее переведи. Давай, давай. Отошел. Нет. Нет. Приоритет. Бываем. Лужа, лужа, милики. Да не бойтесь, вот так лужа, она пока бьет. Одна-то нормально бьет, блять. А если где там. 10к вливаю. Я дал прошинку, смотрите. Так, вся проблема в страйдерах, тут что, и в открывании. Страйдер, я не знаю, вот. Вся проблема. Отходим лужа, мили. Дай прошинку самолейский. КД, 5. Главное скатов заливать. Остальные РДД боссы заливайте, а мы с промом. У нас скаты летают. Уже эти не убивы. Педр. Лут поставь. Угу. Еще, блядь, ей берсу не поставили, это пиздец. А у нее нету берсы. Не, и на почему? Сука, хуёво. Так не было на ней берсы никогда. Да я же говорил, почему Близзард не придумал. Лужа! Две. Добиваем. Говно.
сколько визгов было. Воронка. Вот говно лут. Бля. Просто сравните вот личах. Что это ЛНГЦ? Башка упала, Т5. А серьёзно? Давайте портуемся, пока мы слетим в этот, скажите. Четыре, три. Да 2000 накинь и все, я не, это вообще-то не тот энкаутер, который надо асфальт. 5к, ты чего? Ну, Шреддер, смотри, будет четвертый кусок, я не знаю. У Роги второй. У Миши Роги второй. Лучше дать четвертый, чтобы баф был. Не, у баф меня три. Нету. Ой, два. Это мастер. Мастер. Войд, слышишь? Чё? Давай по приоритету. У кого приоритет, просто и все. По приору Шреддер первый. Линкани пиво, ачивку в ПМ и плюнь ему в ебал и скажи, мы со своей гильдии убили чмо обоссаны. Пиво не вижу в онлайне. Шреддер по приоритету. Чё? Шреддер по приоритету, и тем более у него вроде уже четвертый кусок будет, он три забрал. Он говорит, третий будет. Третий, ну, третий будет, потом перчатки заберет или что там падает. Ну давай, как будто заставил, да? Сейчас заставили, лопнем. Пацана. Я так понял, Алиса забирает кусок. Нет. А, что-нибудь? Во-первых, шлем с этого, во-вторых, я буду донать остальные. Чулан. Чулан, значит, либо Элрей. Чулана будет четвертый кусок, да. Ой. Шансонку ступишь, Чулана, у него четвертый кусок будет. Ну, вообще-то я по приоритету. Не, он пишет не вообще-то надо. Вообще-то Чулан тролль. У него голова жжет. А, ему чест, походу. Ему грудь, ну. А, да, ему чест. Да. Угу. Шансон. Шансонка. Царюнина. Всем похуй на меня, насколько вообще просто можно. Да ладно, отдай шансунку. Мы привыкли, у тебя все есть. Я просто хила хочу собрать, мне 3 на 3 побрили на голову тоже. Да все, ладно. Дай людям хоть пек собрать один, ты заебал. Знаешь, я бы, вот без обид, шансунг я бы отдал Ойнудзаду, потому что он намного часто ходит в рейды. Ну смотрите сами. Хуже, это вообще бесплатно, там крит нахуй не нужный, блин. Для трансмута пусть забирают. Для куда трансмута летим? Скорость, меткость, аркан разве что, блядь, какой-то дестрик, блядь, либо Африка, я не знаю. Ничего, за ты на твоей прикольно. Улице будет праздник, не ссы. Берите на оф этот, плачь чего. Мосса паролил. Ну, танковская защита, меткость. О, меткость, бля. Ну, это вообще, по-моему, друидовская или ДК. Да, друидовская. Там даже ДКшная не имеется. Сомалийский ниже вайда. Раньше. Так. Ну, не знаю, без парира. Ну, смотрите сами, блин. Ну, какое нахуй парирование, ебать? Ну, пара в деф. Ну ладно, ладно, не разберется. Пошли Келли убивать. А
Во славу сатаны, мы уже долетели почти. Я не знаю там, во славу кого, вы меня суманите, а то у меня банка пропадет. Да суманем сейчас. Да изи босс, блять. Батя, пришел, батя затащил, не благодари, не надо. Да просто лопи были, чего? Да просто император батя, не пришел, что вы знаете? Нет.